Крестный ход, который начал свой путь от храма Всех Святых, продлился до самого вечера. Участники торжественного шествия с хоругвями и иконами Богородицы преподобного Серафима Саровского направились на дальнюю пустынку. Алексей участвует в шествии вместе со своими маленькими детьми. А это такой праздник. Праздник молитвы, праздник общения, когда мы встречаемся все из разных храмов, люди, друзья старые, старые знакомые. Это день, когда мы можем вместе собраться, вместе помолиться. Во время движения крестного хода все желающие присоединялись к молитвенному шествию. Маршрут предполагал небольшие остановки у храмов и в общей сложности составил приблизительно 20 километров. Мы проходим вокруг всего-всего-всего города. Молящиеся присоединяются, вот начинает после службы немножко людей, а заканчивает уже несколько сотен человек. Дмитрий Захаров – постоянный участник крестных ходов. И в разное время он выполнял определенные обязанности. Нес хоругви, иконы, был в так называемом оцеплении, то есть направлял шествие и не давал выходить на встречную полосу движения. В конце пути Дмитрий испытывал разные чувства. Не только физическую усталость, но и душевную приподнятость от того, что выдержал это испытание. Ну, конечно, удовлетворение в конце. Естественно, что прошел, смог. Потом все-таки это понимание того, что это молитва не только о себе, а о других, о городе, о людях, это дает силы. Несколько сотен жителей и гостей нашего города приняли участие в крестном ходе, посвященном празднику Всех Святых. Возраст участников был различным – от самых юных саровчан до людей преклонного возраста. Елена Грицкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Сарова-24.